Всем-всем доброго утра. Сегодня немножко поработала. Сегодня 5 число. И были у меня клиентки. Причем все три Гали. Галина с химии, Галина у меня со шлюзового и Галина рядом, которая там с парикмахерской живет. В общем, все три Гали. И еще одна Галя привела свою дочку. В общем, такой день у меня сегодня. Пришла голодная, что купила в магазине. Огурцы были в красном-белом по 87. Два батона взяла. Лимон, творожный сыр. И вот такие сырки мне очень нравятся. Так, в молочном шоколаде с ванилью. Какие они там? Росагрокомплекс. Вот такие вот. Прочитала. Яйца. Так. Сейчас погрею плов себе. Вчера я делала плов из курицы. А Алена сегодня сделала крабовый салат. Так что вкусняшки, целый тазик. Миска специально у нас для салатов. Куда-то они ушли с Баськи. А, она хотела еще купить курник. И ему какие-то полосочки вкусняшки. А сегодня к Алене приезжает ее друг. Вот она сегодня и хлопочет, и убирает, и моет. В общем, все чистенько, аккуратненько. Ну, в принципе, как и всегда у нас грязи не бывает. Просто свеженькую уборку сделала. Кто такой сладкий? Вот он. Вот он, сладуська. Борьба. Борьба с двумя игрушками. Бась. Басенька, ты чё? Я не трогаю. Напряжение. Напряжение. Я тебе сейчас. Игрушки охраняет. Бычка своего. И новые. Жарко, да, Бася? У нас жарко так. Очень жарко. Устал беситься? Басюнь.